тогда много я как раз познакомился с большим количеством 200 підпів. Це був Солідар. Нам визначили точку передачі, дуже важко. Це нові маршрути евакуації. І уважно слухай, що я тобі говорю. І все, що я тобі сказав, ти повинен повторити. Ми не такі спритні. Це будь-який автомобіль не такий спритний, як квадроцикл. Не кожен туди на квадроциклі поїде. Це ще треба знайти досить відважного військовослужбовця, який згодиться. Я родом сюди, з Донецької області. Ми їздимо туди, куди інші либо не хочуть, либо бояться. Ну а ми просто, да, їдемо і все. Ти їдеш сам, в темноті, в очко, і ти бачиш отак, 5 копійок. Вот это вот у тебя перед глазами 5 копеек, которые ты плохо видишь. Давай, брат, один сюда, один сзади. Брат. Давай, запрыгуй. А что, автоматы дева? Положи меня, положи, сюда. Не можу. Ты понимаешь, что сегодня ты прошел, вот ты умер, реально ты умер. Ты понимаешь, что все, это была смерть. Їм треба віддати належне. Вони зараз виконують дуже важливу, я б не сказав, навіть вся роль, це велика місія. І смотрю, летит. Ну, думав спочатку Мавік, а потім вижу коробочок, і я розумію, що пора катапультуватися. Можна зробити 100 виїздів, ну з цих 100 виїздів реальних буде 10. Ну, коли ти там либо за життя свою борешся, либо за життя другого чоловіка, що вони говорять там, братик наш, там, ми тебе чекаємо домой. А ти розумієш, що все? Ну, легше вже, Саш. Води хочу. Чекай своєю водою. Я квасу хочу, а ти води хочеш. І тоді умудрились назвати чеченів бандеровцами. Они не понимали, кто, где, с кем вообще воюет и что происходит. Но у них было четкое понимание, что бандеровцы приехали. Тося говорит, папа, ты у меня крутой, ты у меня молодец. Ну. У него именно вот такие добродетельные качества основные, развитые. Вот он именно человек от Бога. Ну, якщо я не помиляюсь, це був 15-й рік, це точно. Мені здається, що це була неділя. Я з сім'єю повертався після церкви. Ну, там на заході прийнято в неділю ходити до церкви. Ну, я вважаю, що це нормально, це добре. От. Повертаючись додому, зайшов в магазин хліба купити там, от, і вийшов, то вже мене зустрів там працівник поліції разом з працівником тодішнього РВК. Вручили повістку, сказали пройти медкомісію. Окей, добре, я прийшов в районний військкомат. От, пройшов медогляд, сказали, будьте за 3 дні готові до відправки. Ну окей, зібрав рюкзак. І поїхав. Ну, ясно, що були якісь такі трошки моменти якогось такого переживання, там, бо ніхто не знав, там, куди попаде. От. І коли я потрапив у списки 93-ті, я вам скажу відверто, я так досить так до цього серйозно віднісся і досить були такі хвилюючі моменти. Тому що я за цю бригаду чув, і я просто знав, скажімо, в яких вона таких гарячих моментах буває і що вона робить. Закінчилась моя служба і повернувся я в цивільне життя в 16-му році. Повномасштабна війна для мене почалася не несподіванкою. 14 лютого ми з друзями, ну хлопці, робили для своїх дружин такий відпочинковий вечір. Ми вийшли там, хлопці, хто покурити, хто поговорити. Я пам'ятаю, ми стояли в колі, і я кажу, мужики, напевно, в березні буде війна. Та що ти розказуєш? Я кажу, от ви мене ще задаєте, та що ти перестань займайся дурницями? Яка війна, про що ти говориш? Слухай, 21 століття. І уважно слухай, що я тобі говорю. І все, що я тобі сказав, ти повинен повторити. Діма, світи сюди мені, будь ласка, тут працюю зараз я. Акуратно. Прошу прощення, Петрович, наділили GoPro, я немного теряюся. Не теряйся. Ой, Саня, ти вже починаєш мені подобатися. Ага, Саня хорош. Хорошо, дуже добре. Хорошо. Коли почали бомбити Київ, в 7 ранку почали вони мені дзвонити. Ти чув, я кажу, я вже чув, кажу, бо там мені друзі вже з Києва дзвонять, що така ситуація, така біда стається і так далі. Кажу, що російські війська заходять там і так далі. От. І питають мене,
що ти плануєш робити? Я кажу, то що я планую робити? То, що в 15-му році, я кажу, в мене рюкзак уже зібраний. Вирішив для себе, що ще буде в мене час походити в білому халаті тоді, коли ми захистимо нашу державу і окупантів виженемо назад. І повернувся назад в свою рідну бригаду. Добре, що в мене друзі і бізнесмени, вони почули, що я хочу їхати. От, і вони дали мені такий невеликий джип, короткий Nissan Patrol. І слава Богу, що от так стається, так доля складається, що саме цей був автотранспорт, все валить в одну сторону. І добре, що такий був джип, який їздить по горах. І я собі на обочину вирулив і по обочині включив всі шофари, що в мене були, і проти течії. І пам'ятаю, там вибігає мені на зустріч малий чоловік, десь років 35. От. І так махає руками, я зупиняюсь. Він каже мені, ви військовий? Я кажу, так. А він каже, дружище, тебе нема хоча б бутилочки води? Каже, в мене в машині двоє дітей, каже, і одне таке до року. Тільки води чи ще може... Він каже, що ж, ще перекусити тебе щось є? Я кажу, то є. Там... А як я їхав з дому, там же ж люди зібрали. З заходу так просто не відправляють. Там і водичку, і провінцію нормально дають не на день, не на два. От, я пам'ятаю, я їм блок води дав, там буженини, якісь там закрутки дав. Кажу, ну я думаю, що якихось пару днів протримаєтесь. Приїхав в частину, в той же день оформився, отримав зброю, форму отримав і поїхав на Охтирку. А на окраїні Охтирки вибухи. І то такі вибухи, що на вулиці світло стає. І я зрозумів, що це не війна 2015 року. Потім приїхали на Харківщину, я зрозумів, що Сумщина, це ще було не так... потужно, як на Харківщині, а коли приїхав в Бахмут, я зрозумів, що це не так було потужно, як на Харківщині і на Сумщині. Було важко дуже перших 2-3 тижні. Дуже важко. Це нові маршрути евакуації, бо це треба було самому поїздити з групою, подивитися, де варто заїхати, де не варто, може маршрут варто поміняти. Я пам'ятаю, це був Солідар. Нам визначили точку передачі, і ми вирішили туди поїхати. І буквально ми тільки зупинилися, 3 секунди, 4, я чую такий свист, один, другий, третій, четвертий. А це як дощ починає. І ти бачиш, в реальному режимі падають міни. 80-ка падає. Такого мінопаду у вигляді дощу я ще не бачив. Вже потім побачив у Бахмуті. Окей, хто з вас свободний, а? А що, скажи? Води хочу. Зараз, почекай, дружище, зараз. Зараз, будь тобі вода. Ну легше вже, Саш? Води хочу. Чекай своєю водою. Я квасу хочу, а ти води хочеш. А що, є квас? А коня я ж. Серйозно? Да, бочковий. А за стягу точно? Ну а як же ти сидуєш? Дядька, у тебе нога наоборот, який квас? Що мені? Бочковий. Що ми так... поділимося з тобою, чи що? Взагалі жесть, звісно. Звісно, з тобою поділимося. Як наоборот? Я бачу, що вона на ній. Нормально з тобою, з ногою, все там потім. Зараз я прийду. Він мене пугає. А він такий у нас світнік чуть-чуть. Нормально, Сань? Сьогодні, протягом 24-го року, ми вже не маємо такої можливості виїхати безпосередньо туди до хлопців. У 22-23 році цей момент ще вдавалося робити, тому що не була така інтенсивність роботи ворожих FPV-дронів і мавіків. Дуже великий ризик не то, що там машину втратити, взагалі загубити групу. Ми не такі спритні, це будь-який автомобіль не такий спритний, як квадроцикл. Дивись, буде, зараз зроблю чуть боляче, потерпи. Раз, взяв. Бери батон. Взяв? Переносить. Дай ручку дай, дивись. Дай ручку. Так, така ситуація вивозу 300-го змінилася. Зараз забирають квадроцикли. Або потихеньку, при можливості, хлопці виносять десь по посадках туди, куди ще може під'їхати квадроцикл. Бо і я вам скажу, зараз є такі зони, що і квадроцикл не має можливості кругом під'їхати. Настільки все перерито воронками від вибухів. От. І тоді ми очікуємо, вже коли квадроцикл нам привезе, і тоді ми забираємо, його стабілізуємо при потребі. І веземо вже тоді в кращому стані,
От, по дорозі надаючи ще допомогу йому медикаментозну до стабілізаційного пункту. Дивись, на ноги не стаєш, поняв? Ні, ні, ви в університеті, так? Да? Так. Да. Все, я нічого не роблю. Не кожен туди на квадроциклі поїде. Це ще треба знайти досить відважного військовослужбовця, який згодиться, розуміючи, що тебе там чекають. На сьогодні, скажу, у нас, зокрема в моєму батальйоні, то треба віддати належне двом молодим таким поміркованим авантюристам, я б сказав. Молоді хлопці, один, до речі, з Донеччини, толковий хлопчина, розбирається гарно в техніці, позивний у нього Мавка, а другий Муха. І Муха нещодавно став батьком. Плюс-плюс, через 5 маленьких буду за... Так? На асфальті где-то? Жестко, я понял. Плюс-плюс. Через 5 маленьких. Це вже давно ти ремонтуєш, да? Эту? Ну, это уже не первый круг ее в ремонте. Потому что она попадала под обстрелы, под мины, под кассеты. Она вон, вся дырявая была раньше. Потом ее тоже разворотила морду ей. Переваривать там немного часть морды. Ну, капот-то остался опять старый, вырихтовали. Ну, ходовку теперь обратно. Сальники на мосту потекли, на раздатке. Не, ну, в принципе, это надежная машина Тойоты. Она уже не первый год служит, и она работала еще до нас. Её в спадок вам досталось? А? В спадок досталось? Да. А ты в армии чему-то научился с механики, чи уже пришел с такими знаниями? Да, уже я разбирался в этом вопросе. Понятно, я такие машины не делал раньше. То есть это все первый раз. Ну, оно же суть одна и та же, что она... Тойоте, там что, допустим, на другом каком-то автомобиле. Поэтому, в принципе, ничего нового. Слесарка та же самая. Угу. Слесарки я учился с отцом на КамАЗе ездил, то самая основная слесарка, база, это кувалда, резак какой-нибудь, горелка газовая, которая нагревает, и все, ударные вот эти все движения. Ну, мы, конечно, делали тут и турбины, снимали и головы, и двигателя. И на квадроциклах, и на легковых машинах мы уже тут двигателя делали. То есть, как бы уже довольно-таки уже специальная, конечно, работа, не только слесарка. Там уже надо немного думать. Ну, сейчас интернет есть, угу. Можно посмотреть сборку от начала и до конца того, что тебе надо. Ну, сейчас более-менее. Раньше, еще когда в том году до контрнаступа, были же гораздо ближе. Это ж их отбросил, третьего ШБ отбросил нормально. Ну, наши пацаны тоже неплохо отбросили. То до того момента, как их отбросили, то тут уже именно конкретно артой работали. И по цьому району також? Да, прилетало конкретно, прям так, рандомно. А ракеты тут, ну, вообще ракет тут вокруг и кабы. Ну, 300 метров там два каба упало, вот тут вот школа, туда две ракеты упало. Это сейчас более-менее тихо. А так где-то две недели назад и шахеды недалеко падали. Ну, нормально пи***ют на самом деле. Ну, сейчас как-то меньше, чем раньше. Потому что раньше и кассеты сюда прям конкретно залетали. Сейчас что-то они поменьше. Может, им просто неинтересно. Может, часик равняют сейчас усиленно. Ну, у нас вообще, в принципе, посады нет на квадроцикле ездить. Посада у меня старший водий. Стрелок, по-моему, там оно называется. Я родом с отсюда, с Донецкой области. С небольшого города под Покровском. Новогродовка называется. Ну, до 14 года жил там. И после начала уже событий того 14 года, то переехал в Черниговскую область жить с родителями. Ну, отец погиб уже там, ну, умер, третий инфаркт у него был. То, ну, я тем не менее там еще прожил 5 лет после того. Потом в Одессе
три года. Вот, то есть как такового дома как бы сейчас и нет. Ну и не очень не хочется. Если, допустим, когда еще был Майдан, я еще не соображал до конца. Но когда началась уже конкретно оккупация, я то видел, что нету никаких там бандеровцев и всего остального, потому что я четко помню, я тогда учился в Донецке в универе, и я ездил туда на учебу. Я помню, как тогда организовывались блокпосты перед Донецком, там Макеевкой, условной Горловкой, там, и там были чечены. То есть это были не наши шахтеры, которые достали там с шахт тут эти свои вооружения. То есть это явно было все организовано Россией. То есть я тогда это четко понимал. Хотя люди даже, которые там это жили, для меня до сих пор... Ну, они, правда, еще были те две девочки, которые я слышал в автобусе, когда ехал. Они еще несовершеннолетние были. Ну, суть оно не меняет. Примерно у всех вот такая была мысля. Они тогда умудрились назвать чеченов бандеровцами. Они не понимали, кто, где, с кем вообще воюет и что происходит. Но у них было четкое понимание, что бандеровцы приехали. И вот они тогда назвали, что ты видела, стоят бандеровцы при въезде в Донецк. А то были чечены. Вот, и это характеризует всех людей на тот момент. Ну, процентов 80. То есть, ладно, им они были несовершеннолетние, а здравые люди, мои товарищи, с которыми я ходил в спортзал, с которыми ну, в школе учился, для них это то, примерно те же вопросы задавались. Что это были бандеровцы или еще кто-то там, приедут правосеки, нас будут убивать и все остальное. Ну, я это уже тогда осознавал. То есть, что это все шляпа конкретная с Россией. То есть тогда я уже четко, наверное, какую-то осознанную такую позицию выбрал. На тот момент, конечно, я не спешил еще воевать, ну, как-то не до этого было. Ну, уже с начала полномасштабки, уже, конечно, я понимал, что уже эта ситуация как бы стороной не обойдет. Ну, на третий день войны я приехал с Одессы, вот это жил как раз в Одессе, приехал я в Киев, записался в ТРО, ну, там в никаких боевых действиях я не участвовал. И так получилось, что когда уже... И ушли из-под Киева, там, через месяц-полтора, сколько там это продолжалось. Ну, я думал, что, может, авось все-таки война закончится, и я уже никуда не пошел. То есть, я подписал контракт только, ну, пока собрал документы, там это заняло 2 месяца, наверное, то я подписал контракт уже только 22-м году, 31 октября. Что это за кулемет? Это кулемет. Кулемет. Кулебяка. Кулемет. Это пи***ский пулемет. Это когда 3-я ОШБ штурмовала. Они уже на тот момент подошли прямо к Клещеевке. Посадка там была у нас казак. Ну, у всех она бригад по-разному называлась в основном. У кого-то вот Писюн ее называли, показывали типов. И, ну, он там спаленный лежал. Он никому не нужен был, потому что он практически полностью выгорел. Видимо, был недалеко прилет, то сгорела ручка, сгорела приклад, короб детонировал полностью. Вот на нем тут еще есть следы дырок, вот на коробке ствольной. Верхнюю крышку пришлось полностью менять с другого пулемета, потому что ее полностью перекосило, и он не работал. Ну вот теперь он полностью исправен. Надо только его почистить. Еще год назад я его нашел на позициях. Тогда много я как раз познакомился с большим количеством 200 пидоров. Это ж они там как раз только штурмовали, они лежали. И после того еще год у нас был блиндаж, там удав. Ну, позиция типа дежурства. И рядом с нами лежало 3 жмура. И потом приезжали наши какие-то фахивцы, которые их, так сказать, вот это их сгумировались оттуда, чтобы потом, я так понимаю, на обмен тел отправлять. Так что их забирали все эти потом тела. Ну, там, где это можно было сделать. Ты сами его допыливал, да? Да, сам я делал. Заказывал с интернета запчасти, пружинки, оно же все от огня, пружинки послабились, и они потеряли свою вот эту всю свойство, и ни крышечки вот эти, ничего не работало, ни возвратные пружины, ни центральная основная пружина, то есть пришлось вот это все заказывать. Что интересно, в интернете пружины все эти продаются, и запчасти, ну, видимо, еще советских каких-то запасов. Единственное, что не хватает его доукомплектовать, это шопол тут с барной, и сзади, по-моему, у меня тут нету. А, есть даже пенал. То есть, о, даже присутствует пенал в нем. Я на тот момент вообще не понимал, что такое армия. Может быть, если бы я тогда хоть что-то в этом понимал, может, я бы мог еще какую-то более выгодную позицию занять. Но тогда я в этом не понимал. То есть, я тогда
просто был уже как отдан на волю случая. Ну и случай меня поставил сразу, ну, в медпункт вот это 93-й бригады 1-го батальона. Ну, в долгую какую-то перспективу и те цели, которые я хотел себе, допустим, как я себя видел, предполагал, то я попал, ну, в нужное место в нужное время. Ну, я, конечно, как бы хладнокровно вообще отношусь и к работе, и ко всему. Я особо прям близок к сердцу ничего не воспринимаю. Ну, хотя я в любом случае эмоциональный очень человек. Какие-то бывают отдельные эпизоды. Я же говорю, можно сделать 100 выездов, но из этих 100 выездов реальных будет 10. Ну, когда ты там либо за жизнь свою борешься, либо за жизнь другого человека. Там, ну, когда конкретно происходит какое-то уже развитие событий. Иногда это просто фон. Ну, типа как, ну, this is work. То есть ничего особенного. Оно как бы так сильно, ну, как-то в душу не западает. А бывают эпизоды, конечно, да. Мы с Тернов доставали вот так вот навалом 7 двухсотых. И, короче, они как решето были после кассетки. То там да. Вот там да, потому что люди тоже там с иконками там верят в Бога, в семью. Там у них была семейная фотка, где он с братом и его ждут. Вот это сложно. Ну, есть моменты. Что они говорят там, братик наш, там, мы тебя ждем домой. А ты понимаешь, что все? Уже братика не будет дома. Ты тут, братик? Че молчишь? Ты здесь? Местечко выбрали, чтобы подышать там. Я приезжаю на точку, то есть есть и позиции на ноле непосредственно, ну уже где ноль, а есть позиции, допустим, типа рот огневой поддержки, минометчики. То есть их тащить не надо, эвакуировать. Они уже непосредственно, в основном, ну, если что-то случается, они уже рядом со своим блиндажом. Если он там затрехсотился, он туда заполз, ну, может он вышел там миномет стрелять, и он на позиции затрехсотился, то он откатился, ты приехал, когда кончился обстрел, допустим, и забрал его с его позиции минометчика. А вот с пехотой с нуля там уже сложнее, потому что им надо нести его, ну, по-разному бывает. Может 300 метров, а может и 2 километра. Ты подъезжаешь, они выскакивают, грузят тебе на носилки, и ты едешь на откат. То есть у тебя где-то плечо получается эвакуации в одну сторону, от точки, где мы забираем, до точки передачи на автомобиль, это где-то, наверное, километров до 5. 5 километров. То есть мы едем именно вот по зоне вот этого вот серьезного такого огневого контроля противника. Минометами, дронами, артой. Потом передаем на машину, там уже интенсивность немного ниже, но все равно никаких гарантий там нет. Давай, падай сюда! Давай, бегу! Быстро! Давай, брат, один сюда, один сзади. Брат. Давай, запрыгуй. Так, что, команда, де вас? Положи, не можу. Давай. Три. Держись, брат, держись. Автоматы потом. Бахмут мы вывозили на машинах, там квадроцикл не нужен был. Там асфальтное твердое покрытие и все остальное. А тут уже поля, тебе надо мобильность, незаметность, минимальные габариты. Потому что даже если это будет машина, будут понимать, если едет даже эвакуация на машине, это минимум 3 человека. Минимум 3. Машина большая, менее маневренная, подбить ее гораздо легче. Тем же ПТУРом, артой, чем угодно. И цель, соответственно, жирнее. Потому что она может вести либо много БК, либо много пехоты, либо много 300-х. А квадроцикл ты едешь один, все равно цель уже не такая жирная. Когда мы только столкнулись с квадроциклами, я сам не понимал, для чего это надо, и какие они должны быть, как они должны работать. Ну, не было понимания. Только когда мы начали уже работать и начали сталкиваться с проблемами, и мы начали получать опыт, вот тогда мы поняли, что такое квадроцикл и что такое его разная ценовая политика. Вот сейчас у нас есть только один квадроцикл, более-менее, который соответствует, ну, этой работе. И то, это есть куда стремиться. Потому что, допустим, он стоит 370 тысяч гривен, а та техника, которая нам уже, как нам, вот как специалистам в нашем подразделе, надо реально, что мы почувствуем облегчение, что ты, как говорится, не на своем горбу тащишь, а техника работает, то она стоит уже на порядок дороже. Не 370, а от 500. Вот.
Раньше мы этого не понимали. Нам вообще предлагали волонтеры однажды 125 кубов квадроциклы. Мы говорим, типа, соберите нам на вот этот CF-мото 370. Собрали. Но прежде чем они собрали, они говорят, а зачем вам такой дорогой? Вот есть за 150 охеренный квадрик на 125 кубов. Я говорю, вы понимаете, что такое 125 кубов? Это, говорю, бензопила. Просто бензопила. Ты на нем никуда не поедешь. Вот. Но тем не менее нам собрали первый квадрик, вот этот CF-мото полностью с салона за 370. Он уже выполнил нормально работы. Хотя и он в поле оставался уже несколько раз. Ему отрывало колеса сбросами, на мины противопехотные наезжали. И сбросы на него падали, и в пивишке рядом с ним взрывались. Что мы его забирали с полей уже не один раз. Именно его, занимались эвакуацией квадрика. Потому что мы понимаем, что техника все равно дорогостоящая. Ты ее как бы знаешь. Никогда не хочется оставлять следов в любом случае. Потому что даже если ты его оставил, ты уже спать спокойно не сможешь. Ты типа, да, даже, допустим, если были бы деньги, ты пошел купил новый. Все равно это так не работает. Приходится доставать, потому что висяк. Есть висяк. Ты понимаешь, что ты не доработал, ты не сделал все, что от тебя требуется. И не факт, что ты в следующий раз также сделаешь все, что от тебя требуется. То есть ты не хочешь вот этот процесс вот таким образом запускать. И мы едем в поле другим квадроциклом. Ночью, днем, под обстрелами, не под обстрелами, мы его забираем оттуда и ремонтируем. Ну, на данный момент, слава богу, мы не оставили ни одного квадрика. Мотор у нас был после капитального ремонта. Здесь вот новые цилиндры. Это они вот снимаются вот так, новые поршни. Вот они до сих пор еще полностью белые. Уже тут все было вымыто, вычищено после капитального ремонта. Мы его поставили на квадроцикл, завели на холостом, он нормально поработал. Потом начал звенеть. А звенеть начал, потому что шестерни открутились от распредвалов. Ну, это было мое, наверное, упущение, потому что я эти винты не поставил на фиксатор резьбы. Из-за этого они открутились и начали вот так вот болтаться и звенеть, само собой. Теперь надо заново это все разобрать, выставить метки на обоих цилиндрах, найти упавшие винты, которые здесь внутри сейчас где-то, все закрутить, собрать и опять поставить на квадроцикл. Потому что сам капитальный ремонт двигателя вышел 130 тысяч гривен. То есть это было бы печально переделывать это все за свой счет, потому что тут волонтерских денег 90 и 40 наших, а так бы пришлось бы все это покрывать. Ну, тем не менее, ничего страшного нет. Пару дней и назад поставим, и уже будем обкатывать его. А цей квадроцикл у вас буде основним, якщо, коли ви його зробите? Да, основной. Тому що найпотужніший двигун, да? Да, он, у него и колія пошире, и побольше ходовая часть. Просто, допустим, на том же маленьком квадроцикле, там же не только маленький двигатель, в плане там 300 кубов одноцилиндровый. Здесь два цилиндра V-образные, 750. Тут же не только двигатель больше, а и больше ходовая часть, больше колеса. Больше колеса лучше ямки глотает, больше ходовая часть, больше грузоподъемность. Потому что когда ты грузишь 300-х, там же вообще у него грузоподъемность по паспорту у квадроциклов 50 кг, грубо говоря. И носилки находятся сзади, то есть вес большой. Ну, квадрик маленький его качает, болтает. На большом квадроцикле это попроще. На той же самой точке ты будешь быстрее разворачиваться. Тебе не надо выходить с машины. То есть это все секунды, которые тебе реально спасают жизнь. Потому что тот же пи***р, который будет сидеть на миномете, он может залезть в блиндаж. И пока он выбежит оттуда, ты уже проехал точку. Это вот эти секунды могут сыграть. То есть мобильность и квадроцикла реально помогает в этих ситуациях выжить. На машине там не получится работать, потому что сколько раз мы уже наблюдали, кто заезжает туда на машинах, они бывают выходят сами, бывают не выходят вообще. То есть вероятность уражения очень высокая, очень. Насыщенность дронами просто невероятная. Они видят каждый, кто заходит и кто выходит. Это просто бывает, что просто может дрон полетел, там села батарейка. Это скорее просто стечение обстоятельств удачные, когда по тебе не стреляют. Просто стечение обстоятельств удачные. Может, они чистят миномет в тот момент. Или там батарейку меняют на дроне, второй там не успел прилететь. То есть вот эти стечения обстоятельств бывают, дают тебе возможность поработать по тишине. То есть раньше такого не было. Год назад еще столько дронов не было, можно было работать гораздо легче. Сейчас каждая секунда это все. Не менжеваться нельзя, не падать, не переворачиваться на тех ямах. То есть ты чувствуешь постоянно вот эту ответственность и нагрузку, то, что ты понимаешь, что с поля деться никуда нельзя. Никуда ты не денешься с поля. Если еще хоть какой-то плотной застройки, ты можешь куда-то в подвал забежать, то в поле ты никуда не денешься.
особенно с 300-м. Сам-то ты, может, еще выйдешь, там, выбежишь, например, а если 300-й, который не ходячий, ну, тебе придется его, допустим, оставить. Ну, там ты будешь выбирать, да? Ну, слава богу, таких у нас моментов не было. Слава богу, вывозили всех. Ну, об этом даже и думать не хочется. Потому что если ты его оставишь, и его там забьют тем же сбросом или FPV-шкой, ну, короче, я думаю, ощущения будут точно не из лучших. Ты передвигаешься ночью, в основном. Обзорность очень плохая. Приборов, допустим, ночного видения хороших нету. Нормальный прибор ночного видения — это минимум 800 косарей гривен. Те, что у нас приборы есть, хорошо, что они хоть есть. Но это не то. Ты едешь, вот у тебя какие ощущения? Ты едешь сам в темноте, в очко, и ты видишь вот так, в 5 копеек. Вот это вот у тебя перед глазами 5 копеек, в которые ты плохо видишь. То есть ты находишься полностью вот в таком невесомом пространстве сам. Вот это напрягает, да. Также количество воронок, особенно на некоторых участках, из-за того, что ты плохо видишь дорогу, это может быть чревато упасть в эту яму от каба. А каб — это вообще, ну, их там реально много по пути. Ты можешь упасть просто в воронку, которая 5 метров в глубину, и все. И ты просто квадроциклом себе этим сломаешь голову. Или вообще ты будешь ехать с 300-м, и не дай бог ты перекинешься, ты его можешь сам туда просто не поднять. Ну, ты травмировался или еще что. У меня такое было, что я переворачивался и с 300-ми, и с 200-ми, и ты сам его не в состоянии назад положить на носилки. Положил руку, нога упала, ну и так далее, и тому подобное. Его что грузят на носилки 3-4 человека на квадроцикл. А что, задвухсотился? Нет, 300. А, без сознания? Да, да, в сознании. В сознании? Да. Давайте это закидываем, пацан. Давай! Подай! Давай! Закидывай. Закидывай. Сейчас, сейчас. Еще, еще, еще. Переход. Ложись на спину. На спину ложись. Ложись на спину. И дальше пусть подтяни, подтяните его. Чтоб ной. Быстрее, влезь. Иди сюда. Давай подтяни. Давай, давай. Так. Все. Все, родной, держись. Все. Все, муха, удачи. Давай, удачи. Спасибо. Я бы не сказал, что я там отбитый наглухо. Обычный парень, то есть, ну, трошки там может и есть, но я этого не ощущаю. Как и Сокол, по-моему, тоже говорил, таких двоих отбитых нигде нету в бригаде. Ну, не слышали на самом деле. Мы ездим туда, куда другие либо не хотят, либо боятся. Ну, а мы просто, да, едем и все. И когда нам задача поставляется, мы в отказ не идем. Блять, и тут как я проеду, сука. Я ж там не проеду, ебана в рот. Мой позывной — Муха, пилот квадроцикла эвакуационного. До полномасштабки я работал водителем, развозил конфеты, там, торты такого плана. Также был в АТО по первой волне в 14-м году. На гражданке, ну, такая работа была скучная, тут что-то вообще работа вот банлау на самом деле. На квадроцикле летать — это сам кайф, и плюс к тому еще людей спасать, это вообще, я не знаю, наверное, на всю жизнь запомню. Спасибо боженьке, на самом деле, что меня пристроил сюда. Как-то так получилось, спонтанно, ну и не без собственной помощи. Ранее был в пехоте, вот, ходили мы на Клещеевку. По истечению выполнения задания пошли 300-е, начали мы их таскать. Это уже как тяжело.
Ну, тим більше ми і так, ну, не ївши, не спавши нормально, води не видів, і ще тут фізично потаскав. Я ще, ну, був офігевший, як у мене взагалі спина витримала. Я на спину дуже давно жалуюсь. Как бы, я круглі сутки вже третій рік я приймаю обезболюючі. Ми дійшли до КСП, все, в принципі, нормально. Я почувствував себе в безпеці. И мне стало плохо, видать, ну, последствия контузии, плюс там еще и нагрузки, и адреналин вышел, и пошли цветочки. Началась сильно болеть голова, терять сознание, тудом-судом. Ну, меня по боречку на ИВАК, ручками там пацаны что-то меньше, чуть меньше километра донесли. Среди того ивака был мой нынешний кум, спасибо ему большое за то, что меня вытащил, век не забуду. Вот. Я отправился лечиться там дальше. Лечение, вернулись и давай же там с пацанами как бы вспоминать, что как было, как, ну, работу над ошибками, скажем так, делать. Вот, и кто-то там заговорился, что вот в соседнем батальоне есть квадроцикл, вот как классно было бы просто элементарно хотя бы делать ивак, это уже было бы меньше проблем и меньше риска. Тудом-судом, говорят, давайте волонтеров искать, тут 5-10, ну, как-то я не захотел, я говорю, ребята, у меня есть как бы определенная сумма, я готов пожертвовать. Вот, и, ну, при одном условии, что, ну, типа, буду я, потому что, ну, с меня пехотинец такой, что я долго не протянул со своей спиной. С парнями забрали тот квадроцикл и передали на парням на ВТЗ, они его переоборудовали под ИВАК, сделали носилки. И, ну, я его сделал в обслуживании, в принципе, все. Пока это все делалось, мой командир роты на тот момент отправил меня к медпункту. Пацанам, говорит, поедешь на задание? Я говорю, ну, у меня же еще квадроцикл типа не готов. У них есть, все есть. Ну, приезжаю, также же мы познакомились с Мавкой. Вот, говорит, поехали, Муха, я тебе покажу, куда, что, как ехать. А дальше будешь, типа, сам этот, уже... выполнять задачи. На самом деле ты классно поступил, что ты додумался до этого, чтобы купить квадроцикл. И ты вообще, ты вовремя. Просто у него работа на тот момент была очень много. Помимо того, что ЭВАК, он целый день гайки крутил и еще ездил туда. То есть, говорит, мне уже будет проще. Муха не держит зла. Это самое главное. Он не держит зла. Он очень добрый, отзывчивый, надежный. То есть у него именно вот такие добродетельные качества основные развитые. Вот он именно человек, блядь, от Бога. Вот действительно человек сильный. Тоже висит. Чуть даешь им нагоняя, да? Ну а чё? Люблю наблюдать, когда кто-то работает. Мне вот это, блядь, говорят, мне легче, блядь, выездов 10, наверное, сделать. Ну, ну и да, иногда. Я лучше на выезды поехал, чем вот это полчаса поковыряться. Вот тоже саренблочек разбило. Вот он уплыл полностью. Ну, это из таких мелочевых буквально задач, но он уже будет стукать неприятно. Дима, я думаю, не факт. А расскажи про татуху свою. Ну, это ворон у меня. Сука, гарабес. Всегда мечтал, как бы, набить подобную татуировку. Ворон сам по себе магическое такое существо. А это компас, да, который как бы помогает проходить сквозь какие-то неприятности определенные. Я тоже в руны верю, тоже хорошо. Я бачу, ты его подомальовывал тут, да? Вот это? Моя работа. Это важливый для тебя символизм якийсь? Ну, это же символ бригады. Скажем так, да, это и символ, конечно же, бригады, сам по себе ворон. Я считаю, что и символизм, и всякие предметы имеют место быть, потому что если их наделить все-таки определенным смыслом или какой-то силой, то это будет работать однозначно. В любом случае, привязываться к этому не стоит. У меня были разные такие себе предметы силы, если так можно назвать. Ну, не только на войне, а и до войны. И вот когда они, допустим, каким-то определенным образом уходили от меня, ну, я за это не переживал. То есть цепляться за это точно не стоит. Накручивать никакого кина, но это имеет место быть, потому что люди, если дают какие-то браслетики или какие-то свои игрушки там детские, я считаю, все-таки там много будет определенной внимания какого-то.
Это, я считаю, это очень важно. Я много талисманов. Да, это очень важно. Я в эту фигню не верил до конца, до последнего. Ну, в жизни сталкивался с неприятностями. Вникаться я об этом не буду. Просто не каждый об этом поймет, не каждый в это верит. Еще и скажет, что помешанный. На белосыночном. Нет, это авиа. Нет, самолет. Тем более с нашей стороны. Шапочка твоя, это что-то означает? Ну, вообще, тюбетейка она называется. Вот. И это от старого доброго побратыма. Этот подгонщик. Коля Рыбак, привет я. Вот как-то, ну, я не знаю, примерил, он говорит, тут тебе вообще к лицу. Не, ну ты никак не пояснил. Не, я христианин на самом деле. В Иисуса Христа верю. А тут это вообще на войне. Потому что, я не знаю, такие чудеса происходят. Все оно, если так сложить, оно, ну, я бы уже давным-давно у апостола Петрова там было. А так, еще живой, ну, и плюс к тому же, я же говорю, каждый раз, когда я выезжаю, я вот у Жиночки звоню, она свечечку зажила и читает молитву. То есть я в это верю, и плюс сам вот это, когда каждый выезд, я выезжаю, я читаю молитву до того момента, когда я забираю 300, а потом что там тоже там свои нюансы выходят. И когда я задачу делал, я благодарю Бога, что я эту задачу сделал, и особо благодарю, когда по тишине. Старший у меня Кира, на момент, когда выходил воевать, ей было 3 года, сейчас уже вот 6-й год пойдет. На второго ребенка я никогда и не думал, но после Бахмута, когда я с Бахмута, ну, в Бахмуте был, и когда думал, если я выйду, буду живым, здоровым, я по-любому на второго соглашусь. Под конец моего лечения, вот этого ВЛК, ну, опять же, я все-таки поникший был тогда. И я думаю, не дай бог меня завалят, ну, надо после себя еще кого-то оставить. На данный момент, вот 4-й месяц, Мила, доченька. Хотел пацана, но боженька сказал, так обойдешься, на тебе еще вторую, будет у тебя бабский батальон дома. Очень тяжело было в Бахмуте. Такой сидишь, связи нет, думаешь, хоть бы пару слов бы сказать там, такого плана, что все окей, что все, 5-10, и опять же, и в той же самой клеще выпил. Вот. Что одна задача была неделя, что вторая задача неделя, ну, это очень было. Хотелось бы сказать несколько слов той же самой жене, той же самой матери, отцу, той же самой старшей дочке. Мы встретились с войной, это в Харькове, мы в подвале сидели 2 недели. Да, она там жутко испугалась на самом деле. Мы перебрались через 2 недели в область, в Харькове, там более-менее спокойно. Как-то она отошла, но там что-то тоже ночами, по-моему, плохо спала. Вот. И через некоторое время я призвался, вот. Приезжал там в отпуск, 5-10, уезжал. Он говорит, куда ты, папа? Ну, туда, плохих дяденек гонять. А после того, когда я на ЭВАК попал, и каждый раз я говорю, я уезжаю наших хороших дяденек, как бы сказать, спасать, когда там громко. И жена спрашивает, Кира, ты испугалась? Не, все нормально, нас папка охраняет, 5-10. То есть уже какой-то смысл есть определенный тут, здесь находиться. И мне очень приятно, что Дося говорит, папа, ты у меня крутой, ты у меня молодец. Это очень-очень бодрит. Да, разлука дается на самом деле. Ну, а так, не знаю, я как-то уже привык. Плохо говорить, что к этому привык, но реалии таковы. Ну, у него такие там, как бы, сидоры еще особо не получается, ну, что-то вырисовывается. Там мамка в основном помогает. На день этот, Сбройных сил Украины, там что-то интересное нарисуют, там, ну, в основном, как каким-то праздником, там,
рисует, и потом мне присылают. Я еще в первом, предыдущем батальоне был, и дочке, это 3 года, она маленькая еще была. И это-то, ой, у Лузи Червоноколына она спевала, это так уматно, это капец. Там. Я пацанам как показал, первый раз, когда я увидел, я плакал. Плакал, как там девочка какая-то. Так домой захотелось, и ты понимаешь, что тебе нельзя. У нас в пехоте отличные парни были, в плане даже и задачи, и как бы в бытие, и мы семья были, мы очень друг за друга. Нам говорили, вот штурм, неделю происходило, а мне как-то так планка упала, все, хочу домой, мне резко поменяло, я чуть ли не плачу. Я хочу домой. И когда вот это ехал я домой, я тоже ревел, я думаю, а вдруг я не успею, и пацаны вот это, попадут какие-то неприятности, и я не буду рядом. Вот это я самое больше боялся на самом деле. Как раз я вот это возвращался домой, мне тогда командир говорил, что сегодня будет штурм, ты должен сегодня вернуться. Я вернулся, и в итоге на следующий день был. И тогда этот тот самый день, я помню, жесткий, я там сутки из квадрика не слазил, выездов было очень много, работы было, просто завались. Я после окончания работы приехал на базу отдыхать. Я был уставший, но доволен как собака. Думал, вот то я работы сделал. Конечно, было бы меньше, чтобы наши парни были здоровее. Я был рад, что именно в такой сложности именно я был там. И я отсыпался, потом я проснулся, а с кровати не могу встать. Спину прихватило так. Двое парней подымало с кровати, чтобы я хоть что-то как-то там, как старый дед пошел, дайте таблеточку водички, хоп. Через пару там, 20, наверное, попустил, хоть что-то начал делать. Пацанов тогда со своей роты повывозил я очень много. Тогда я не знаю сколько, я, наверное, был группы полторы, наверное, вывез по штурмовой группы. Я только приехал, мне сразу так, там уже 300-е готовы, все, ты муха езжай. Я там сигаретку чуть-чуть покурил, водичкой сербанул. Поехал туда, на трубу забрал людей, приехал обратно, я говорю, что там сразу по задаче, давайте быстрее. Пока у меня адреналинчик, пока на эмоции, на характере. Потому что я говорю, если я курну минут 20-30, силы покинуть, все, я потом так не раскочегарюсь. Самое тяжелое это двигаться ночью, причем очень глубокой. Главное, держись, брат! Ты настолько вот это стрёмно ехать, когда ты не видишь, не оцениваешь дороги. Я так двигаться не могу. Мавка может, и причем жмет на всю катушку. Я так, вот это самое страшное, перевернуться, особенно когда с 300 едешь. Потом вот эта FPV-шка, с FPV-шкой, кстати, неделю назад познакомился. До 300-го осталось, 70 метров, максимум 100. Вообще, это ни о чем, это секунд 10-20, и все, я уже на месте. И смотрю, летит. Думал сначала о Мавик, а потом я вижу коробочек, и я понимаю, что пора катапультироваться. Выпрыгнул, я понимаю, что он, скорее всего, квадрику хана. Взрыв, звездочки в глазах. И я не растерялся сразу, давай же откатываться по Шурику, не оглядываясь. По итогу квадрик живой, даже колеса не пробил. Просто мне повезло, что на FPV-шке заряд, походу, маленький был. Он рассчитан был на пехоту. И по фоткам мы потом поняли, что мне просто под колеса попало. Под колеса, именно в грунт. Видно, там небольшая воронка, скорее всего, наверное, вох или что-то. Если бы я знал, что квадрик цел, то я бы прыгнул, доделал эту задачу. Та ночь бы на этом закончилась. А так Мавке пришлось еще ездить, три раза ездил. Из них 2 неудачно, потому что плотно крыли там. Как никогда, на самом деле. Там чудом смотался. И он как рассказывал, что и спереди, и сзади крыли. И просто говорит, я заглушил движок и слушал выходы и приходы. И тоже такой, наверное, тоже про себя молитву прочитал и двинулся, и ушел оттуда.
Ну, конечно, нельзя сказать, что это прям пиздец, какое напряжение делать это. Ну, своего рода как тоже отвлечение какое-то. Потому что когда лежишь, мысли во мне в голову лезут, а так... Нет, все нормально. А так гайки крутишь и как-то попроще. Не, наоборот. Не, ну иногда тоже хочется поспать-то, нет? Ну, я же говорю, мне вот... Когда есть возможность, спишь, даже с кровати не летаешь, потому что реально... Мне лучше уехать. Ночами, когда выезда, плохо спишь, все, оно утомляет очень сильно. Я вот поначалу тоже переживал, когда там, вот, 300. Не знаю, я не могу. Сказали, я... Хорошо, дальше спать. Я даже, когда ты едешь, я уже все, я уже спать не могу. Я уже привык. Уже до утра все, сон... В провале. Ты думаешь, на УАЗик муха едет? Ну да, даже когда муха едет, я уже спать не могу. Я понимаю, что не дай бог, что. И... Переживаешь, короче. Конечно, да. Кина навернул. Да не, ну я тоже на самом деле тоже после того, когда познакомился с ИПИшкой, я тоже тогда не спал, он катался. Переживал из этого. Женьке, говорю, позвонил, говорю, помолись там хоть тоже, ну что, по-моему. Нормально. Тот раз, когда помолилась, третий раз, вот там по тишине он и сидел. Так що, ну так, всякое. Щоб ви собі розуміли, він їхав до 300-ї, його супроводжували. Мінометка супроводжувала, і півіхи супроводжували. І назад, коли він вертався, то там ще було більше аплодисментів зі сторони ворога. Ще було більше. Я взагалі дивуюсь, як, ну, тобто він, коли він приїхав з 300-м, він, я вам скажу, він настільки був в такому ефекті, настільки в нього було в адреналіна в крові. Бачу. Цей, присвіти мені, присвіти. Достаю, Петрович. Світло, це я роби, присвіти мені. Ой-ой-ой. Бачу. А водички немає, можна закурити, тут звітяги зробити. Зараз. Почекай, брат, почекай. Почекай. Вадик, носилки мені сюди разом. Носилки ззаді ось. Є? Нас, да. Хорошо, добре. Окей. Петрович, представляєте, прямо пацани були. Представляю. Так. Він казав, каже, Петрович, давай швидше, давай забирай, швидше забирай. Він був в стані цього афекту, тому що він вже був тут з нами, але він ще тікав звідти. От, тому що він боявся. І біля нас там, де ми стояли, сусіди, хлопці підняли Мавік. І я вам скажу, от він аж... настільки весь напружився, вхопився в кермо. От, я кажу, Дімон, кажу, свої, це наші працюють хлопці. От. Він передав, ну він тоді, я вам скажу, це, ну, він в Бога має щастя. Ангела хранителя точно, тому що так, як його супроводжували, і всі йому по радіо кричать, ну він ж, радіо в нього на ньому, він за кермом. Він не може відповідати, але він хоча б чує. Всі йому по радіо кричать, що це не збавляє обороти. Давай, виїжджай. Так що тепер робота квадроциклів і тих хлопців, які своєю відважністю і мужністю, а інколи навіть і авантюризмом, їм треба віддати належне. Вони зараз виконують дуже важливу таку місію. Я б не сказав навіть це роль, це велика місія. От, особливо для тих, кого вони рятують, і для їхніх родин. Вони великі молодці. Ти розумієш, що йде закрутка, отака ускорення, ти живеш, вроді би все добре, а потім центрифуга ця закручується, і бам, розрядка отака, і все, і полетіли ноги в різні сторони. І от це от, ці моменти пережити дуже тяжело, і вони случаються неизбежно. Я зробив виїздів за майже 2 роки. Ну, в общій сложності десь 12. Ну, це те, що я іменно зробив виїзда, коли вже відбувається от це от дерьмо. Когда ты проходишь, ты понимаешь, что сегодня ты прошел, вот ты умер, реально ты умер, ты понимаешь, что все, это была смерть. И ты понимаешь, что ты проскочил этот момент, и вот это вот осознание в этот момент жизни того, что ты проскочил вот эту смерть, условную где-то в альтернативной реальности, дает невероятный кайф, что ты проскочил, что ты смог. Это когда он приезжает спросить, это пиздец. Эмоции, я говорю, Дима, с тобой только в активных наушниках только разговаривали. Может, немного уехали, да? И он спокойно разговаривает, как бы громко, а когда там эмоции перешкали, это пи***ц. Ну, это же адреналин херачит. В общем, надо, короче, в любом случае, надо посмотреть метки и зазоры, да? Я вот думаю, блядь, не может... Димончик! С распредвалом. Дим,
А можно тебя попросить на улице поговорить? Мы сейчас записываем. Лёхе там тендерлинды передай обязательно. Не, ты козлина. Так и передаст. Берем его. Дякую, мужички. Так, зараз, Иванович, візьми ту ногу. Або, Діма, візьми. Лучше за пояс. Або за ногу, да. Не берись рукою. Давай, дуже дякую. Все, Петрович, поехал. Да, давай. От там, може, щось теж я чувствую, як в п'ятки, типу, і ну, тут осколок я бачу. Мне повезло, что я не попал сразу в мясорубку. У меня было время адаптироваться, у меня было время наблюдать за нормальными людьми, вот как у нас Сокол Петрович. Вот это человек, который дал мне базу, именно вот военный. Это человек ассоциируется с дисциплиной, допустим, там, с каким-то порядком, с рассудком, я не знаю. Ну, то есть он как фундамент. То есть ты знаешь, когда ты даже едешь на работу, ты знаешь, что если у тебя будет Петрович передаваться в относительно безопасном месте, ты знаешь, что если что-то случится, то Петрович поедет и на ноль туда за тобой. Ну, только сигнал. Если ты ему скажешь, Петрович, типа, извини, ну, надо сегодня ехать, вот, дерьмо, он приедет. То есть вот этот момент тоже тебе дает какую-то, ну, какую-то надежду на лучшее. То есть, когда вот такие люди есть, это работает. Сокол, надзвичайная людина. Респект и уважуха, побольше таких бы людей на самом деле. Особенно знаю, когда он у тебя на подхвате. Это придает уверенности. Он там, муха, а куда ты едешь? Там туда-сюда. Я такой думаю, сука, а зачем оно тебе надо? Да ну как зачем? Ну если у тебя что-то произойдет, я выдвину за тобой там и все. То есть это опора хорошая. И этот человек, он всегда тебя поймет, если там какая-то трабл. Какие-то траблы, и ты ему расскажешь, он такой, ого, все, я понял, мы так будем делать или не будем делать. Тот человек, которого я мнение буду всегда слушать и придерживаться. Все, мужики, удачи. Да, давай, Мука, молодец, дякую. Ладно. Все, дружи, одужи. Дякую. Вон, тем сокер, вот на триечка у мене. И це буде добре. Присвітіть, сюди. Зараз я допомагаю, як можу. Діма, де тримай ножку. Петрович, будьте добрі, гляньте, він там не тече. Веземі, як тече. Що за нього краще? Ну, хамер краще. Але є нюанс. Була броня, шоломи, тобто ми забрали з нуля, з передка забрали. Валя, не можу. Вот это командир підрозділа. Последний виходит. Як командир, он... прийняв рішення достойне. Коли вже мене забрали на квадрику, як нас люблять казати фахівці своєї справи. З однієї сторони крило ангела, з іншої сторони крило смерті, тому що буває, що ми можемо спасти життя, а буває, що при жанках смерть забирати. Лучше спасти чоловік 20, чим завалити одного